Королевским гонкам. Для этого генеральный промоутер Формулы-1 намерен создать женскую гоночную серию. По словам Эклстоуна, женщинам нужно дать возможность себя проявить. Правда, по словам самих гонщиц, которые пока участвуют лишь в тестовых заездах Формулы-1, им не интересно соревноваться между собой. Если участвовать в гонках, то наравне с мужчинами. С подробностями наш обозреватель Ксения Воронина. Любые новости, связанные с развитием королевских гонок в России, примеряют к трассе в Сочи, которая получила приз за организацию лучшего гран-при в минувшем году.